Надо устроиться рабом японского повара. Кто вообще придумал 9-часовой рабочий день? Много еще осталось. Примерно где-то еще 8 часов 45 минут, мистер Фродо. Да ну как так-то, а? Наша самая любимая фишка, смотри. Оп-оп-оп! Где? Справа, слева! Где суша? Three boxes roll out recoveries. They look, you know, pretty safe from the outside viewer, but there's anti-rollout technology. Тут у нас просто Dream Team, нытик, профурсетка и бревно. Позже в их банду залетает еще один тип со словами «вилку в глаз или в жопу раз». Так, так, ну вот оно все и понятно. Не нравится, пошел нахер отсюда. Это не для тебя сделано и не для таких, как ты. Тебя не звали, тебе тут не рады. Уйди отсюда и больше никогда не приходи. Здравствуйте, меня зовут Виктор Павлович, и я старпёр. Стартапер, дед. Да, стартапер. О, кажется, вот она. Это ты, Вильдар? О, не понимаю, я турист из Пиздобольсбурга, приехал по важным делам. Пипец, у неё борода, по-моему. Карл Маркс умер. Ленин умер. И мне что-то не здоровится. Приставки из 90-х это полный отстой.